вітаю! В ефірі телеканалу «Репортер», студія з Наталією Опарою. І сьогодні ми продовжуємо говорити про вступну кампанію 2021. До нашої студії завітала завідуюча відділом аспірантури та докторантури Національного університету Одеська юридична академія Марія Дячкова. Марія Олегівна, вітаю вас! Дякую, що знайшли час завітати до нашої студії. Добрий день! Хотілося б розпочати з того, чому саме абітурієнти обирають аспірантуру та яка їх головна мотивація. Конечно же, когда абитуриенты поступают в аспирантуру Национального университета Одесская юридическая академия, их основная цель – это написание и защита диссертации на получение степени доктора философии. Я хочу отметить, что у нас в нашем университете такой непрерывный процесс обучения. То есть школьник, учась в 8-9 классе, решает все-таки пойти по юридической специальности. Для этого он поступает в юридический колледж. Затем он поступает в юридическую академию, заканчивает магистратуру. И если вдруг он желает все-таки продолжить обучение и усовершенствовать свои знания, которые он получал на протяжении вот 5, 6, 7 лет, он идет в аспирантуру. Конечно же, цели и мотивации у всех разные, кроме того, чтобы написать диссертацию. Кому-то это необходимо для продвижения по карьерной лестнице. Кто-то хочет просто усовершенствовать свои знания, полученные на протяжении предыдущих лет, а кто-то хочет преподавать и остаться в стенах нашего университета. И для этого, конечно же, необходимо написание и защита диссертации. Чи багато серед тих аспірантів, які навчалися в Одеській юридичній академії, сьогодні викладають в університеті? Вы знаете, я думаю, что основная часть преподавателей, которые на данный момент работают, преподают, это, конечно же, наши выпускники. Выпускники нашего университета, выпускники, естественно, и аспирантуры, и докторантуры. Опять же, у нас непрерывный процесс обучения, и если посмотреть на статистику, то на данный момент, кроме того, что поступают наши выпускники нашего университета, только-только закончившие академию, поступают еще и те, кто работают в органах государственной власти, народные депутаты, судьи, прокуроры. Яка мотивація, на ваш погляд, практикуючих юристів? Ви підкреслили, що це і діючі судді, адвокати, прокурори. Чому, на ваш погляд, вони йдуть до аспірантури? В першу чергу, вони, я впевнена, хочуть усовершенствувати свої знання і ту чи іншу проблематику, яка їм зустрічається в практичній діяльності, все-таки зложити в диссертації і знайти рішення тої чи іншої проблеми в самій научній роботі. Я хочу отметить, что очень многие наши преподаватели, очень много наших кафедр, чтобы формировать законодательство, они задействованы и пишут свои научные исследования, пишут свои комментарии, пишут свои предложения потом по тому или иному законопроекту. Конечно же, это заслуга нашего руководителя Сергея Васильевича, который создал не только наш университет, он сумел и создать, и привлечь к работе тех преподавателей, которые действительно профессионалы в своем деле, которые не только являются докторами наук, кандидатами наук, а еще и много преподавателей у нас являются членами-корреспондентами Национальной академии правовых наук Украины. И, конечно же, когда абитуриент выбирает аспирантуру, естественно, это, если это не наш абитуриент, а других вузов или других из других городов аспирант хочет поступить, он на это тоже смотрит. Ви підкреслили, що аспіранти не лише з Одеси, а й з інших регіонів України вступають до Одеської юридичної академії. Ми знаємо, що в університету є досить багато комфортабельних гуртожитків, які розміщують іногородніх студентів. Чи можуть проживати там іногородні аспіранти? Конечно же, у нас, благодаря нашему руководству, а именно Сергею Васильевичу Кивалову, есть 9 комфортабельных общежитий, которые предназначены не только для студентов нашего университета, но и для аспирантов. И если аспирант имеет желание и необходимость поселиться в общежитии на момент обучения, конечно же, ему руководство университета идет навстречу, и он может пользоваться всеми теми благами, которые пользуются студенты. За какими специальностями здійснюється подготовка в аспирантуре? В аспирантуре 4 специальности. Это право, международное право, политология и философия. И в свою очередь право делится на 4 блока. Это частное право и предпринимательство, это публичное право, это уголовная юстиция
И это фундаментальная юриспруденция. То есть аспирант имеет возможность выбрать тот блок, который ему ближе, может, по сфере деятельности или по сфере научных интересов. Одеська юридична академія – це саме той університет, який не звик стояти на місці. Він завжди на крок, або навіть на кілька кроків попереду. Чи плануєте впроваджувати нові спеціальності в аспірантурі? Да, конечно же, я думаю, что Национальный университет Одесской юридической академии – это тот университет, который постоянно, благодаря нашему руководителю, движется вперед. Казалось бы, у нас очень много студентов, у нас очень много факультетов, но все-таки мы двигаемся вперед, и не только открываются новые факультеты, но и открываются новые специальности. И, конечно же, я хочу отметить, что в этом году, кроме тех специальностей, которые я назвала, мы планируем открыть и специальность психология, потому что мы знаем, что у нас есть факультет политологии, социологии, психологии. Дуже перспективный, да? Напрямок. Так, так, дуже перспективный. И все-таки мы решили, что необходимо не только, чтобы у нас были бакалавры, магистры, но и аспиранты. И мы сейчас тоже работаем в этом направлении. И я надеюсь, что уже с августа месяца наши аспиранты смогут подавать документы и на специальность психология. Одеська юридична академія славиться не лише сучасною інфраструктурою, матеріально-технічною базою, висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, а й все ж таки широкими можливостями міжнародного співробітництва. Чи долучаються до таких міжнародних проєктів академічної мобільності та аспіранти у тому числі? Звісно ж, вся діяльність університету, яка у нас існує, вона розповсюджується не тільки на студентів, але й аспірантів. У нас есть прекрасный международный отдел. Они организовывают различные мероприятия, то есть к нам приезжают и иностранные лекторы, и наши аспиранты и студенты могут также поучаствовать в международных стажировках. И я скажу вам, что аспиранты участвуют и активно участвуют. Аспиранты участвуют в грантовых программах. И университет всячески содействует этому. И, конечно же, не могу сказать, что на данный момент, когда мы немножко находимся все в состоянии, когда мы не можем все-таки иногда пересекать границу. Сейчас очень много онлайн-стажировок, очень много онлайн-конференций. Есть международные лекторы, которые читают лекции в Zoom, и все аспиранты и студенты могут подключиться, и несмотря на эпидемию, на COVID, да, все-таки получать те знания, которые они могут получать. У Національному університеті Одеська юридична академія, наскільки мені відомо, протягом багатьох років працювали вчені ради з захисту кандидатських та докторських дисертацій. Чи працюють вони сьогодні, чи прийшли вони, згідно нового законодавства, вже в новий режим роботи? Да, ви правильно відмітили, все-таки перейшли в новий режим роботи, поскольку сейчас немного змінилось положення з 2016 года, і тепер створюється разовий спецсовет. Я хочу вам сказать, что у нас, во-первых, есть все условия для того, чтобы создавать эти разовые спецсоветы, поскольку там необходимо определенное количество докторов наук, определенное количество кандидатов наук. И, конечно же, в этом наше преимущество, в том числе и в этом, что мы имеем возможность не только обучить аспиранта, вывести на защиту, но и дать возможность ему защититься в стенах нашего университета. Сколько років триває навчання? 4 роки. Якщо взяти шлях аспіранта від самого початку, від вступу, та покроково до захисту його дисертації на здобуття наукової степені доктора філософії. Я розумію, що це дуже тривалий час, але якщо зупинитися на найголовніших моментах, от від початку крокуємо до фінального етапу, можете, будь ласка, да, сказати? Так, звісно, в першу чергу потрібно подати документи в відділ аспірантури, потім потрібно определитися, звісно, з темой научного исследования, с кафедрой, на которой аспирант будущий желает писать диссертацию, ну и с научным руководителем, который будет непосредственно руководить процессом, направлять ту или иную стезю. И, конечно же, необходимо будет после поступления составить и обучаться по двум планам. Это учебный план и научный план. Учебный план, он предполагает то, что аспирант должен ходить на занятия, то есть у него есть и практические занятия, и лекционные занятия. Он также сдает, как и студенты, и экзамены, и зачеты. И вторая составляющая научная – это то, что он должен писать диссертацию. Наскільки сьогодні активно йде молодь до аспірантури? Оскільки це такий науковий шлях,
І мені цікаво, чи багато сьогодні молодих людей, випускників університетів, обирають аспірантуру. І з роками, яку ви спостерігаєте тенденцію? Їх кількість збільшується чи навпаки? Вы знаете, я в нашем университете замечаю прекрасную тенденцию. С каждым годом количество аспирантов, которые к нам желают поступить, увеличивается. Несмотря на то, что все-таки сложная ситуация в стране у нас, несмотря на то, что и материальное состояние не всегда позволяет, возможно, вот учиться, но наши аспиранты, наши студенты, которые в будущем хотят стать аспирантами, все равно хотят, поступают. У нас очень большой конкурс. У нас также распределяются на нас бюджетные места. И, конечно же, в связи с этим тоже мы можем гордиться, что у нас один из университетов, которому немножко наиболее количество мест распределяется. Возможно, это в связи с тем, что у нас большое количество защиты. Возможно, это в связи с тем, что у нас высокий профессорско-преподавательский состав, высокий уровень профессорско-преподавательского состава. И, конечно же, аспиранты хотят и желают поступить именно в наш университет, потому что у нас созданы для этого все условия абсолютно. Аби захистити роботу, мало її просто написати. Необхідно ще супровід у вигляді певної кількості наукових статей у наукових журналах, це і Scopus, і Web of Science, але ми знаємо, що публікація досить таки дорого коштує у таких журналах. Чи допомагає університет якось цим, чи йдете на зустріч аспірантам? Конечно, помогаем. В первую очередь у нас прекрасная библиотека есть, где можно получить бесплатный доступ к базам Scopus, Web of Science. И, конечно же, это одно из наших преимуществ, у нас их, естественно, много, но это одно из таких важнейших, потому что не у всех аспирантов других вузов есть возможность бесплатно подключиться к тем или иным базам. А у нас, кроме того, что прекрасная библиотека, прекрасный профессорско-преподавательский состав, у нас еще есть и доступ к этим базам. Кроме того, когда аспирант уже написал свою работу, он имеет право на программе UniCheck проверить свою работу на антиплагиат бесплатно, что тоже является преимуществом, конечно, нашего университета. Щороку умови вступу змінюються. Вступна кампанія 2021, вона не виключення. Які особливості вступу до аспірантури з'явилися у новому році? В першу чергу в цьому році у нас змінились сроки поступлення. І вони будуть проходити з 2 августа по 16 августа. То есть все желающие в этот период могут подать свои документы по адресу Академическая, 9, кабинет 30. И я хочу отметить также, что при поддержке нашего президента университета Сергея Васильевича Кивалова создан консультативный центр, где не только студенты, которые хотят поступить, могут проконсультироваться, но и аспиранты, что является также нашим преимуществом. И он работает, кроме того, что в будние дни 24/7, но и в выходные также можно подать свои заявки и получить ответ на интересующие вопросы. Марія Олегівна, саме від вас топ таких особистих порад майбутнім аспірантам. Ви знаєте, я хочу сказати, що в аспірантурі нашого університету створені прекрасніші умови. Я думаю, що кожен абітурієнт, хто зараз вибирає той чи інший університет, одразу розуміє, куди йому поступати, як тільки він переступає стіни нашого університету. І, звісно ж, хочеться пожелати удачних вступительних екзаменів, щоб все пройшло удачно і добре. Ми вам також бажаємо успішної вступної кампанії, бажаємо, аби багато, дуже багато аспірантів виявили бажання та прийшли подавати до вас документи. Я нагадую, що сьогодні в студії телеканалу «Репортер» ми спілкувалися з Марією Дячковою, завідуючою відділом аспірантури та докторантури Національного університету «Одеська юридична академія». Говорили про вступну кампанію. Ставайте студентами та аспірантами Національного університету Одеська юридична академія. Спостерігайте за нашими ефірами. Залишайтеся з репортером. На все добре!